Сегодня 12 мая. Я пришел тут, это рукав от реки Обь. И там брат Игорь Дыбунов, Игорь Владимирович, приехал на машине. Вот. Вот я сейчас его нахожу. Вот он. Я ему говорил, вода холодная, не приходи. Нет, пришел. Вот видишь, как человек, он... А я не купаться и хожу, говорит, я плавать. Вот это я понимаю. Вот издалека, на том конце он находится. Чтобы видно было, что там он крестится. Об одежи. Ну, одежа, видимо, такая. Купальная. А здесь я вот нахожусь, этот приток. Вот эти дома на той стороне. На той стороне. Сколько метров, я не знаю, но метров 200-300 есть. Вот, а тут это рядом видно дома, многоэтажки. Вот он сейчас плывет сюда. Плохо видать, что-то не очень. Плывет. Ну, я бы не поплыл. Если я где-то погружаюсь, даже ныряю маленько, у меня сердце задавливает. Не хватает. О, идет наш брат Игорь Владимирович Дыбунов. Вот надо учиться у него. Никогда не дай. Золотоискатель, инженер по приискам. Это сегодня у нас пятница. На той стороне там кто-то то ли удочками ловят, то ли что, непонятно. Еще почему так у меня, то ли этот нечистый. Ну вот я его даже не вижу, где он плывет. Не вижу, не видно и все. Может быть, он даже попадает сюда. Плывет. Вот. Да как он не мерзнет-то? Я слышал, что 1 сантиметр жира, это, говорит, приравнивается, как ты в рубашке и в костюме. Тюлени вот морские, они все такие. За счет жира. А тут не знаю еще чего. Видно или не видно? Вот еще не вижу. То ли солнце мешает, то ли еще. И вроде бы почти новый аппарат. Но если я его не вижу, то еще снимать тут нечего. Да на руках держутся, мотается. А далеко, когда есть маленькая подвижка, только человек скрывается. Вот что-то краснеется.
Вот он тонуть, если начнет сейчас, я в воду не полезу. Я сам у берега утону и все. У меня сразу судорогой все сводит, стягивает в крючок. Глубоко или не глубоко, не знаю. Вот тут я его вижу уже. Я съемщик-то такой, мотаются руки, дрожат. И даже не вижу, снимает или нет еще. Вот недалеко от берега. Еще нету берега. О, вот коснулся. Вот, только краешками ног пальцев. Вот. Вот теперь выхожу, вот теперь подъем. Тут пенек есть, я на пенек. А, это на пеньке? Хорошо, да. Ну вот так вот как-то. Вода плюс 13. Ты поближе подойди, а то я ничего не слышу. Глухой пистерь-то. О. Ну, от берега тут метров 12. Я говорю, вода плюс 13. Вода холодная? Плюс 13 градусов. А температура воздуха 17. 17 сейчас. 17, а? Плюс 17, да. Вот. Хорошо тут сделали, да? А? Хорошо тут сделали. Еще песочком так засыпали. Там дома будут строить, уже все убрали. Вот там дом будет такой же еще. Если еще да. Парочка тут войдет. Ну больше-то не войдет. Я просил, которые-то поля спилили-то не дали, куда-то увезли. А сейчас расколят, да это, себе или... Сейчас же ничего, просто так... Колесо лежит там какое-то. Ну, а вот, ты обратно не боишься, поплывешь, тебя судорога стянет ноги? Ну, не стягивает. А я сразу только вот ночью, еще гляжу, утром не могу встать, ну, даже ночью. Я это, голову не погружаю, потому что берегу уши. А можно надеть такую шапочку резиновую? А, ну, можно надеть шапочку, у меня просто ее нету. Я же в бассейн не хожу, а на воде маслянистые пятна. А понимаешь, я такой съемщик, то у меня... Я плывешь, я не знаю, где тебя найти. Руки трясутся. А, не видно меня там, да? Ну, видно было, видно, я все нащупал тебя. Угу. Смотрю на машину, по прямой ты где-то так и шел. Да, я специально на вас шел, чтобы это... Чтобы понятно было, что я иду на вас. Я-то обычно туда-сюда плаваю здесь. Ты никуда не плавай, где-то поближе к берегу держись. Вдоль берега тебе какая разница, под тобой километр или метр? Ты куда плывешь, так вдоль берега, так иди, не заплывай на эту глубину-то. Тут метра три-то есть, наверное? Здесь-то? В посередке-то метра три глубина есть, нет? Ну, я думаю, наверное, метров 8. Ну, вот так, осторожнее надо. Ну, я понял. Вы как человек, который мало плавает, думаете, что раз есть вода, то можно вот тут утонуть. А вдоль берега я не плаваю по причине,
того, что, чтобы больше проплыть. Я чем дальше куда-то уплыву, тем мне потом обратно плыть надо. Понятно? А иначе плавать-то вообще неинтересно. Непонятно? Ну это как бегать. 5 километров убежал, обратно надо 5 километров бежать. А вы не хотите, чтобы я вдоль берега еще вышел? А собак-то нет с тобой? Кого? Собак. Да там они клещей цепляют. Они у тебя в машине? Да. Сейчас купили лекарства, закапаем им на холку, тогда можно будет выпускать. Там на том берегу клещей полным-полно. Вот они один раз вывез их, и они мне клеща в постель принесли. Заскочили и на меня отложили. Ну ладно, все заснял, плыви давай обратно. Все, я поплыл, потому что долго стоять, потом замерзну. Все, с Богом. Давай, с Богом. Видишь, вот как. Мая 2023 год, пятница. Все понятно. Видишь, он определил, как у него, видимо, термометр есть, 17 градусов. Так, ну ухожу домой.